На старт! Внимание! Марш! На старт, внимание, ползком марш. Это первые серьезные соревнования в жизни малышей. Кто первый доползет до финиша, тот и победил. В чем была главная ваша хитрость? Еда. Маленькие спортсмены соревнуются в четырех категориях. От 6 до 9 месяцев, от 10 до 12, от 13 до 18. И самые старшие на этом чемпионате те, кому от 1,5 до 2 лет. Как мы уже понимаем, это битва ползунков. Это те, кто быстрее проползет, быстрее покажет свой там результат. Малыши демонстрировали свою скорость и ловкость, а вот мамы и папы – умение заинтересовать своего ребенка. Самые креативные приманивали малыша к финишу мультиками, телефонами и даже едой. Ты наготовила весь месяц, тренировала его, дрессировала, делала все, посмотрим, чтобы он занял первое место. Он это сделал. Это настоящая битва ползунков, и соревновались здесь не только дети, но и мамочки. Настрой был у всех решительный. Мы шли третьими, но не доползли, так как время ограничено было. А почему у вас сегодня такая раскраска? Мы готовились как в гонке героев в боевом раскрасе. Вот так организаторы чемпионата «Битва ползунков» смогли собрать в этом зале 206 участников и больше 300 человек, которые пришли поддержать свое чадо. Это была идея сделать праздник для малышей, и вылилось все это в такую огромную организационную программу городскую. Здесь отцы, бабушки, дедушки и просто друзья. Для всех них устроили настоящий семейный праздник. Внучку! Внучку, доползла? Доползла, второе место заняла. Здесь все серьезно, и не смотрите, что маленькие. Доползли до финиша, получили награду. Это их самые первые заслуженные медали и первые подарки, которые они заработали самостоятельно. В будущем этот чемпионат планируют повторить, но с еще большим размахом.